праздников много в мае. И первое, второе встречаем, а также 9 мая. С дедами садимся за стол, но есть в этом месяце праздник. Он как сумасшедший проказник. Фуражки зеленые мы надеваем и хором песни поем. 28 мая друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. 28 мая друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. Мы день пограничника встретим и вспомним службу былую, о том, как ходили в секреты и в лютую стужу и в зной. Рассветы встречали, закат провожали и о родных вспоминали, как дембеля ждали и сутки считали, и знали, все было не зря. 28 мая друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. 28 мая друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. Криворожья и с Павлограда, даже с моими друзьями, и передали те же самые наилучшие поздравления, что были присланы нам. Значит, порядок следующий. Сейчас проводим небольшое вручение. Далее представляем слово отцу Анатолию. Маршрут движения следующий. Автомобиль ГАЗ-69, за ним морчасти погранвойск. Маршрут движения, остальные все в колонии. Маршрут движения, выходим до перекрестка проспекта Мира. Мы поворачивали на Димитрова, теперь идем по проспекту Мира, подходим к памятнику участникам Великой Отечественной войны, становимся на тротуар туда к ним, отдаем дань уважения им и двигаемся по аллее героев. С правой стороны отдаем дань уважения Сушко, афганцу. Далее заходим в целу героев Криворожья, выходим на улицу Димитрова и двигаемся прямо до парка Ювелирный. На все это нам 2 часа. 12 часов концерт. Не понял? Никак нет! Все прекрасно! Ребят, я попрошу, пожалуйста, внимательно слушать. Кройтер грамотой награждается. Кройтер Марк Петрович. Нету. Яблонский Александр Иванович. Нету. Скалыга Юрий Иванович. Нету.
Да что такое? Казаков Игорь Анатольевич! Можно немножко вот такая грамота, чтоб было всем видно. Ну кто не видит, у меня очки есть, могу подобрать. А минокль нема. Приливать? Да. А так к нему. Ура. Метлю, Станислав Иванович. Метлю, метлю, Станислав Иванович. Нет. Так как нет? Да. Грамота награждается. Олега Щури Иванович. Бобук Валерий Владимирович. Главный повар организации пограничников. Главный человек. Куковицкий Александр Николаевич. Владимир Николаевич! Ну что, наконец. Ну что такое? Что такое? Хорошо, что? Зайцев нету? Нету, нету. Крученко Леонид Григорьевич! Тоже нет. Веселовский Александр Васильевич! Колесник Николай Алексеевич, вот он стоит. Габель Александр Львовтевич. Габель Александр Львовтевич. Наряде. Наряде. Орденом за доблестную службу награждается Ришко Владимир Васильевич. Так, ну сейчас и медалью за охрану государственной границы. Орденом за доблестную службу на границе награждается Кундык Александр Алексеевич. Это один из первых офицеров, который высадился в Афганистане. Андреев Виктор Степанович. Ковтух Иван Иванович. Торопиться на машине. Сулейманов Роман Алексей Александрович. Игорь Владимирович. И медаль за службу на охране государственной границы. Две награды. Медалью отличный погранвойск. Отличный погранвойск награждается Вишняков Сергей Леонидович. Значит, также Сергей Леонидович награждается медалью. Отличный погранвойск. И за благотворительность. Три медали сразу, ребята. Вот такая медалька, человек, который своими деньгами лично обеспечил и лично помог в проведении вот этого дня пограничника. Вот мы решили организацию. Клименко Геннадий Викторович. Попал, да? Старый!
И медалью 95 лет, которую его, в его отсутствии его не было. Титенко Виктор Владимирович. Буйвол Виталий Анатольевич. Захарченко Александр Владимирович. Авшарян Карлен Авакович. Юзленко Юрий Владимирович. Опа, покажи. Но он придет. Он опаздывает. Да. Пранов Юрий Александрович. Есть, я видел, Не прячься, Юрий Александрович. Это человек, который возвратился только с выполнения боевого задачи в Донецкой области. Невмержицкий Виталий Иванович. Невмержицкий Виталий Иванович. Я понимаю, что море только ходит. Ну придется бегать. Виталий Иванович, молодец, морячок. Человек всю жизнь на заставе проездил водителем пограничных войск. Ковальчук Сергей Васильевич. Казаков Игорь Анатольевич. Сидоренко Виталий Анатольевич. Виталия! Сидоренко Виталий Анатольевич. Есть, правильно. Хотите идти дальше награждаются. Бернет Александр Викторович. Бернет Александр Викторович. Нет, это понятно. Карачун Владимир Иванович. Карачун Владимир Иванович. Зайцев Владимир Николаевич. Горный Сергей Геннадьевич. Сушко Виктор Иванович. Вот так. Попованов Владимир Иванович. Сачук Василий Андреевич. В следующий раз на спорт канал. Павлюк Владимир Евтасевич.
Виктор Николаевич, я вот, я живой. Да мне как-то самый главный товарищ я. Жилин Валерий Викторович. Иванович Петосин.
много говорить не буду. Сегодня для пограничников это день святой. Это ваш день. Сейчас у вас уже есть и свой памятник пограничникам. Я вот сейчас был там, уже очень много ребят прямо сюда пришли. Я хочу в этот день от Украинского союза ветеранов Афганистана, а сейчас мы все вместе вот, проводим практически все мероприятия. И день пограничника, и этот день десантника мы тоже собираемся, здесь тоже есть десантники. И афганцы очень многие. Поэтому этот праздник мы будем праздновать все вместе. А вы всегда были первыми. Везде и во всем. Ну и вы знаете, что во всех вооруженных силах пограничники это самые грамотные, это самые элитные. Вы передовые. Поэтому поздравляю вас с праздником. Благодаря им мы с вами живы и здоровы. И благодаря их подвигу, который они совершили, мы с вами каждый, если не совершил, то совершали ежедневно в охранниках границы. Головные уборы снять! Смирно! Ладно, во многом светил! Почтим память минутой молчим, дань уважения афганцам. Мы помним все афганскую войну. Мы помним тех, кто не пришел из боя. Кто отдал жизни за свою страну. Товарищей закрыв собою. Кто отдал жизни за свою страну. Товарищей закрыв собою. Поставлена в честь героев Криворожья, героев Советского Союза, героев Украины, героев соцтруда. Вот мы как раз и подошли, отдали дань уважения участникам Великой Отечественной войны, афганцам. Да, теперь спокойно отдадим дань уважения тем людям, которые после Великой Отечественной войны восстанавливали город Криворог. Головные уборы снять! Вечная память им!
что мы с вами живем в таком городе. Мирно! Вольно! Далек у нас с тобою весенний солдат, гляди, вьется, вьется знамя полковое, командиры впереди. Граница в путь, в путь, в путь, а для тебя, родная, есть почта полевая, прощай, труба зовет, но солдаты. Поход. Каждый воин, парень бравый, смотрит до гола в строю. Воротник, воротились мы со славой, славу добыли в бою. Солдаты, путь, путь, путь. Да, по машине. Не знаю, а мы здесь охраняем родные рубежи. Нам Родина границу доверяет. Погранзастава, погранзастава. Кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы на чеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы на чеку, мы в состоянии. Марш частям пограничных войск! Ура! 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 Ну подожди, пускай хоть вот, вот, слава пограничной авиации! Ура! 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 Надо его тренировать, летит. Да, лошадок, да. А вы напрасно пугались. Мы просто отпустили без проблем.
Но все равно застава не смыкает глаз. Любой момент ракета в небо может злиться. В любой момент сигнал вражье поднимет нас, а на плечах у нас зеленые погоны. И мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Особые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. У пограничников особые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Уже привыкли наши руки к автоматам. Уже умеем мы без промаха стрелять. А дома ждут нас наши милые девчата. И письма нежные нам ждут отец и батя. На плечах у нас зеленые погоны. И мы с тобой, дружок, опять идем на ряд у пограничников. Особые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят у пограничников. Особые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Когда другие люди спят у пограничников. Особые законы. Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Била набили Катюша на высокий берег на крутой. Выходила набили Катюша на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про сизого орла. Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила. Про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья. Ты летит на ясный солнце свет. И войду на дальнем пограничье. От Катюши передай привет. И войду на дальнем пограничье. От Катюши передай привет. Пусть он помнит девушку простую. Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю прибежит родную. А любовь на южный берег. Пусть он землю перешел родную. А любовь на южный берег. Слава пограничным войскам! Ура! Ура! О, Николай Чернобыльский!
Подложи цветы. Направо! Сюда, ко мне, Вот это памятный знак пограничникам, память пограничникам Криворусья. Был построен в честь 95 лет образования пограничных войск. И посвящен он нам с вами. Значит, пограничная организация сделала все и выполнила обещание свое, которое давала в 2012 году. Мы сказали, что в 95-летию пограничный памятный знак пограничникам Криворусья будет построен. Вот он стоит перед вами. Хороший он, плохой, это каждому вам судить. Но как есть, такой есть. Как у нас хватило в организации ума его создать, так оно и получилось. Слово предоставляется отцу Анатолию. Вместе. Это особое место, средоточие памяти воинского братства. Здесь все родовой находят прежде всего свое уважение и почитание. И сегодняшний великий день погранвойск совпадает с преддверием величайшего праздника православной нашей Святой Матери Церкви – Вознесения Господнего. Завтрашний день – день Вознесения Господнего. И уже сегодня воспевается хвала Богу, который является не только Господь мира, но и Господь сил и Господь воин. Поэтому, прежде всего, в этот великий и славный день мы желаем вам мужества, выдержки, самообладания. И сегодня, в преддверии Святого Вознесения, по окончании 40 дней после Пасхи, последний раз в этом году мы восклицаем пасхальную радость. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Вас с праздником! Прошу дать команду для благословения головной боры. Головной боры снять! Спаси, Боже, люди Твои, благослови достояние Твое, победы православных христианам, но сопротивное здоровье и Твое сохраняй Христом Твоим сытием Твоим. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое Твоим сытием Твоим. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивное дару я и Твое сохраняй Христом Твоим жительством. Аминь. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивное дару я и Твое сохраняй Христом Твоим жительством. Аминь. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивное дару я и Твое сохраняй Христом Твоим жительством. Аминь. Спаси, Боже, и благослови достояние Твое. Победы православных христианам на сопротивные дары Твое сохраняй Христом Твоим жительством. Посвященный нам с вами. Ансамбль у нас 17-й танковой бригады, ребятах, которые мы уже не один год слышим, и которые нам обеспечивают и проводят с нами самые хорошие, самые замечательные праздники. Попросим их, чтобы еще лучше было. Группа «Форпост» приветствует вас. И пускай начинают. Пускай начинают. Слово представляется Юрию Ивановичу Федосенко.
Значит, ребята, всегда начинаются такие программы. Ну, уточним еще, это ансамбль «Форпост», это афганский ансамбль, который был создан на базе организации ветеранов Афганистана. Поэтому он всегда вот участвует вместе с нами. Ну и разрешите от вашего имени, от имени афганской организации, нашим ребятам «Форпоста», за то, что они всегда участвуют с нами на всех мероприятиях, вручить им награды. Согласны? Да! Да. Давайте вы называйте, давайте я буду называть, а вы будете вручать. Медалью 25 лет вывода войск Афганистана Тетенич Сергей. Хорошо. Токарь Владимир. Токарь Владимир. Степанчиков Дмитрий. Трунов Павел. И награждается наш с вами пограничник Крикуненко Юрий Петрович, ветеран Афганистана войны орденом. Он сказал нам спасибо большое. Разрешите мне теперь продолжить еще небольшое мероприятие. Воропаев Виталий Иванович. Награждается медалью «Отличник пограничных войск». Клименко, товарищ, есть? Нет? Подойдите, пожалуйста, сюда, что мы чуть-чуть это... Вам же медаль такую вручили 95 лет, вот теперь корочку официальную. Все, спасибо. За Украину. Бернс Александр, здесь нет? Есть? Зайцев. Куц Андрей Андреевич. Андрюха? Нет, ну ты пропил все, и тебя мать. Батя молодец. Юзленко? Юр. Юра, есть Юзленко, слава Богу. Много медалей не бывает, Юр, так что ты сильно не возмущайся, хорошо? Все, спасибо большое. Все, ребят, теперь мы поставляем слово нашим друзьям и пускаемся в путь. Я зеленую фуражку берегу, майский день начищу я на ней звезду. Буду долго гулять, не праздник службу вспомнить я хочу. Она в щитах суровая была. Пусть поет о том солдатская душа. Жизнь на
последнем рубеже. Пусть напомнит тебе эта горечь и вине нашу жизнь на последнем рубеже. Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно застава не смыкает глаз. В любой момент ракета в небо может сбиться, и в тот же миг сигнал в ружье поднимет нас. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем в наряд. У пограничников особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряд. У пограничников особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Давно привыкли наши руки к автоматам, давно умеем мы без промаха стрелять. По нам скучают дома милые девчата, и письма нежные нам шлют отец и мать. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем в наряд. У пограничников особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем в наряд. У пограничников особые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят.